Добрый день. Сегодня хотелось сделать небольшое видео на ножовках, потому что ну столько много плохих ножовок передать нельзя. Значит, есть у меня ножовка Сибиртех, вот с магнитной, с такой стрижкой, что она защищает. Значит, вот такие зубья у нее. И она бывает и 400-миллиметровая, и 500-миллиметровая. Я вам скажу, вот сейчас мы ей пилим просто как по маслу, но сейчас хотел продемонстрировать. Вот такой вот срез. Я вам скажу, я немножко деревом занимался, но вот очень удобная ножовка. Пользуйтесь. Всем до свидания, удачного дня.